Сайт Уфа1.ру подготовил необычный подарок для всех автомобилистов Башкирии. Ни много ни мало мы решили проверить, кто же быстрее – машина или самолет. Для этого в проекте «Земля-воздух» мы подняли в небо двухместный самолет «Вьюмана», а на трассе его уже ждали две спортивные машины – Audi A5 и Mitsubishi Evolution. Первоначально гонки должны были состояться на аэродроме в Стерлитамаке, однако погода на юге Башкирии внесла свои коррективы в план съемок. Из-за сильного тумана и вероятности обледенения самолету пришлось вернуться на базу. Но отступать не в наших правилах, поэтому в тот же день съемки провели на аэродроме в Первушино. Неожиданным участником проекта стала девушка на джипе Nissan X-Trail, которая решила посоревноваться в скорости с самолетом. Сайт Уфа1.ру благодарит Федерацию сверхлегкой авиации Республики Башкортостан и спонсоров проекта «Земля-воздух» компании Intel Auto и Divona за помощь в организации съемки. А всех автолюбителей Башкирии мы поздравляем с праздником. Хорошей вам дороги на любых скоростях.